Доброе утречко всем. Привет. Мы уже проснулись, собираемся в школу. Как они хорошо утром просыпаются. Только я говорю, встаем, пойдемте открывать календарь сразу, быстро, Макс особенно. Он у нас вообще такой проблемный, он не любит вставать утром. А сейчас прям за секунду глаза открывает и бежит, все. Сразу одевается, зубки чистит и бежит за календарем. Кончики еще остались обесвеченные. Наверное. Угу. И тут елочка нарисована. Ну-ка, доставай. Получится? Давай я попробую. О! Что это? Ух ты! Открывай. Круто. Я надеюсь, она не такая сильно яркая. Прям красная. Ну-ка, ручку дай. Ну, чуть-чуть розовенькая. Это ж детская. Какой у тебя тут идет? Номер 3. Вот здесь потом откроешь. Потом это. Угу. Давай, открывай. Доставай. Так, здесь что-то такое серо-желтое. Что это может быть? Давай посмотрим. Серо-желтое. Нет, это на другой. Вот это, наверное? Нет, это другое. А, вот этот вот самолет какой-то еще один. Давай, Ксю. Я уже открыла. Посмотрим, кто там у тебя в этот раз. Теперь такой бирюзовый пакетик. И там... Это снеговик. Снеговик. Прикольный снеговичок. У него тут зонтик такой. Шапочка зеленая. Зонтик зеленый блестит. Мама, я уже знаю, красивый. Как записал. Добр... Ой, а у Бони же есть календарь, Ксюша. Ой, мы тупые. Бони, мы забыли же, у тебя есть календарь. Че? Смотри. Вот номер один. Давай. Бони, уйди. Открой. Угу. Смотри. Что за там вкусняшка? О, это лезет сразу. А мне? Да, такая. Ну, сейчас я посмотрю, хоть что там было. Там вот такая вот. А, вот такая круглая. Теперь кисала еще. Бони, идем еще. Да все, она убежала. Давай, открывай. Подожди, она уже учуяла, видишь? Может быть, ей... Нет, вот сюда. Нет, вот. Она уже учуяла. Опять. Может, ей кусочек? Да. Бонни, вкусняшка! Эй, Ателя, можешь дать? Ну, чуть-чуть еда, не целую, конечно. А тут их две. Угу. А, это как... Она такую не прожует, Ксюш. Нет, она такое, это она жесткая. Ага. Нет, убирай. Она не сможет прожевать. Она улизывает. Давай, сидеть. Бонни. Сидеть. Лежать. Голос. Голос. Вкусняшка такая. Все, иди. Все, Бонни. Маленькая ты еще.
Девочка. Так, палец. Все, давай выбираем. Холосая девочка. Девочка, да, для тебя нету. Так, все, собираемся. Давайте свои ланчбоксы. Ланчбоксы. Нет, потом после школы придешь, после садика, и мы соберем вместе, хорошо? Все, убираем на завтра. Купила я хлебушек. Такой вот поджаристый с корочкой. И мне так захотелось пожарить гренки. Буду жарить гренки. Тяще, слушайте. Вкусно. Вкладывать буду вот в эту новую тарелочку. Молочко. Что ты хочешь опять? Пришла, Макс пришел, и ко мне пришла посылка. Я думала, это корм приехал, а оказывается нет. Но она такая легкая. Золанда, что-то календарь себе заказываю. Только на 12 дней. На 24 дней. Но я сначала думала Маргарите купить такой календарь, она потом сказала, что нужно ей с конфетами. Это с этими, с бижутерией. Мама, это тебе? Это нет, что, ей... Бейби-Йода? Я сначала, я заказала... Перед тем, как она выбрала себе календарь. А потом она сказала, мне надо шоколадки. Мама. А я про это забыла совсем. Это Бибьюда? Здесь 24. Здесь, да, здесь 24. Техас. Здесь сережки, там подвески, не знаю. И бабушке нужно купить еще один. Еще с шоколадками. Мама. Привет. Как делишки? Ты что без куртки? А она сняла уже, что ли, так быстро? Кошак раскидал тарелки и салфетки. Хулиганит. Фиона. Фионка хулиганка. Она сегодня орала и орала. Орала и орала. Утром? Да. Знаете? Пузяка у нее огромная. Ты огромная? Огромная девочка. Подросла. У Ксюши одноклассница заболела короной, и она с ней общалась. Да. Я тоже с Норой общалась, и она у нее была короной. Да, но это я знаю, не 100%, что ты заболеешь, но вообще просто... Тук-тук-тук! Откройся. Джингл белл, джингл белл. Маргарита сказала, она хочет на Рождество. Ты поломала. Простите, это мое. Все, я поломала, это мое. Что она хочет? Маргарита хочет два яйца больших, вон тех, помнишь? Да. Огромных. Я тоже. Оно оранжевое, тут что-то. Значит, это коллекционное новогоднее, да. Если оранжевое. Ой, снежинка. Снежинка. Снежинка вертушка или нет? Просто... Мама. Да. Испугаем, испугаем. Испугаем, она боится воды. И что? Испугаем. Она испугается. Давай ее испугаем. Испугаем. Искупаем. Вообще-то нужно ее искупать, она вонючая немножко. Да? Просто игрушка. Макс. Мак говорит, ты носишь бижутерию? Я мало просто ее просила. Ну, открывай тогда. Один и два надо открывать. Можно я один открою? Я два. Ой, гвоздики. Гвоздики, Маргош. Гвоздики? Да. Смотри. Смотри, у меня смотри, какие шарики. Красивые. Это черные? Да, они какие-то черные камушки. И номер два. Как на вас всех поделить? И по маленькому кусочку по одному. Нет, вот так. Так, два. Еще какой? Два. Цифра два. Там что? На, а что если там их вот нет? Не, не хочу мороженое. Да. На хозяйственной маме. Нет, да. Вам нет. А, сережки. Даже so wie ein unendlich Zeichen.
Ты это, что, только знак, сережки? Это знак бесконечности. Нет, там еще и эти кулончики тоже. Вот такие. Красивые. Шляп, у тебя не чешутся уши? У меня чешутся. Я не могу такое носить. Тебе нужно шкатулку какую-то купить, чтобы складывать туда сережки. А? Это ты купила такой? Да, для кошечки купила сухой корм. Мама, я не вижу цепочки. Там есть, есть, я же видела. Заказывала себе календарь только на 12 дней. Там поэтому косметика. Поэтому ты на 12-е будешь. Да, там косметика. Я забыла совсем. Я уже, по-моему, неделю назад заказала. Что они приходят? Не знаю, что-то долго доставка. Мама, сейчас. Мама, у нас есть еще кебаб и ребаб. Съем. Кебаб есть. Я гренки пожарила. А мои пицца? Пиццы не было. Пицца здесь, коробка пустая стояла. Кто съел? Папа, 100%. Там была пицца? Да, наверное, да. Я не ела пиццу. Я тоже не ела. Только два кусочка? Ну, может, папа забрал. А можно это в духовку? Да, сразу в духовку. Включай и в духовку. Так, убирайте календари. Мама, я хочу сейчас весь календарь открыть. Так, влог уже вышел. Я сразу, как всегда, читаю комментарии и ставлю сердечки. Мама. Так, значит, тут комментарии. Один комментарий прочитала. Странно видеть, что Ксюша теперь с мамой больше время проводит, а Маргарита в телефоне и с друзьями больше или где-нибудь еще. Сразу хочу сказать по поводу этого. Маргарита сейчас очень много учится. В последнее время она редко куда ходит. Раньше она выходила гулять каждый день, сейчас нет. Она сейчас много занимается, потому что хочет перейти в другую школу. Я уже рассказывала, что школа делится на 3 разные части. Одна слабенькая, средняя и сильная. Вот Маргарита сейчас учится в средней школе, в средней сложности. Она хочет перейти, как учитель ей сказал, что если она немножечко подтянет свои баллы, она может перейти в сильную школу. Если она переходит в эту сильную школу, она имеет возможность после окончания ее перейти учиться в университет. Если она будет учиться в средней школе, то она сразу пойдет работать. С 16 лет, по-моему, с 15 или с 16 она уже должна будет работать. Она даже ко мне вчера подошла, такая говорит: «Мам, пожалуйста, давай ты будешь у меня забирать телефон». Она говорит: «Я буду приходить со школы, ты у меня телефон забираешь, я буду заниматься, и потом, когда я позанимаюсь, ты мне его будешь отдавать». Потому что очень сильно он отвлекает, постоянно ей пишут сообщения, кто-то звонит, кто-то пишет. И он ее очень сильно отвлекает. У нее вчера забрала телефон, она позанималась, потом она пошла, сходила к подружке. Там она у нее еще позанималась и пришла. Сегодня они писали какое-то тестирование, и она очень много вчера учила. Поэтому сейчас больше времени она уделяет своей учебе. Если вы ее будете меньше видеть, просто она занимается. Целый день такой сушняк, вчера покушали этот кебаб. Целый день пить хочу. Мне сегодня еще сон снился, что я просто стаканами воду пила. И я просыпаюсь, и у меня такой сушняк, у меня так сухо во рту было, и я пошла пить. Во сне просто я там литрами, наверное, пила воду. И на этой неделе в субботу будет собрание родительское у Ксюши. И там тоже будет учитель говорить, куда она может пойти. У нее тоже есть вероятность, что она пойдет в сильную школу. Ей нужно, по-моему, немецкий подтянуть. И какой-то еще предмет. По-моему, 3 предмета ей нужно подтянуть. И тогда она попадает в сильную школу. Вместе с Маргаритой будет учиться. Но еще один минус есть. Если Маргарита поменяет школу, она опять вернется в 7 класс. Вот она сейчас должна закончить вот эту среднюю, 7 класс. И на следующий год, когда она перейдет в сильную школу, она опять пойдет, получается, в 7 класс. В общем, в 7 классе она проучится 2 года. Потому что там немножко другая программа, и она должна учиться именно по их программе. Может быть, она даже попадет вместе с Ксюшей в класс. Ну, хотя навряд ли, потому что здесь у них так принято, что они сестер и братьев в один класс не сажают. Ну, они будут учиться в одной школе. В общем, там будут пересекаться. Я сейчас хочу перекрутить вот этот кусок свинины и грудку индейки. И этот фарш смешать. Сейчас быстренько хочу сварить супчик с фрикадельками. А завтра, скорее всего, буду делать либо пельмени, либо аромон. В общем, посмотрим.
Я думала, что я дотерплю, к Новому году сделаю себе маникюр, но нет, нужно делать сейчас, потому что уже вот немножко тут отходить начинает. Супчик я сварила с рисом, с фрикадельками. Сейчас мы будем ужинать. И сухарики пожарила с ржаного хлеба. Каролина у подружки. Горяченькие, только что. Наши подсушились. Духовочки. Держи. Вот если бы не Ксюша, я бы опять кошку потеряла. Да, Ксюш? Я бы опять сейчас подумала, что она куда-то убежала. Где кошка вот прячется? Она залезла вот сюда. Вот. Ее туловище. Она профессионал по пряткам. Вот Паша со школы вернулась. Со свечками. Это классно. Прям переход классный получился. Как ты такой переход сделала? Макар сначала, пока оно не станет толстым, сначала синим. Потом а, потом не до конца, да? Вот ты сюда макаешь, потом всегда вот так. А, все понятно, да, я поняла. До определенного места. Прикольно. И вот такая, и вот еще одна свечка. Тоже такая радужная. Молодец. Что она там нюхает? У тебя там что-то есть? Бонь, что ты там нашла? Вот что она нашла. Конфету унюхала, Бонь. Это ты так слова учишь? Да? Карточки. Карточки. Уважу и компренси. Но... Дашенька, скажи, пожалуйста, какие полы поменяла? Поехали мы за телефоном, который папа купил вчера. Сегодня его можно уже забирать. Она развернулась в другую сторону. Мы сейчас поедем, бабушке купим один календарь. Только с конфетками. А то она расстроилась вчера. Чай ей попался, а не конфетка. Все, поехали. Так, приехали мы. Сейчас заберем телефончик и пойдем сходим бабушке за календарем с конфетками. Не один чай, чтобы пила, еще и с конфеткой. С нами Макс поехал. Это в пиньяту, это конфеты для пиньяты, Макс. Нужно забрать. Как их называют с этим? С фосфорные палочки. Светятся в темноте. Конфеты здесь остались, оказывается. Тут теперь календари все 50% скидка. Такой бабушке выбрала. Что можно какой-нибудь взять? Такой, наверное. Карамак, тебе купить календарь с конфеткой? Если какой ты хочешь? Ну, это возьми Каролине. Хочу эту Каролине. Елочку. Вот эту елочку? Вот она, елочка. Возьми елочку. Так, Каролине взяли, тебе взяли Ксюшу надо взять, у Маргариты есть. Все, пришли. Ну что, нашего папу можно поздравить с новым телефоном. Он себе купил 12-й. Просто 12, да? Айфон Досы. 12-й айфон. Да, не хочет он 13-й. Вот мне 12-го хватит. О, еще зелененький. Какой красивый цвет. А ну-ка, покажи. Он такой, такой нежный цвет. Снимаем пленочку. Та-дам! Примеряю китайцы. Раньше была пластиковая, а теперь бумажная. Ну и все. Только зарядка. Тихо, чехольчик хороший. Взяли. Плотненький очень. Жесткий. Давай, все. Красивый. Это что? Это конфетки. Да вы чё? Чтобы не только чай, но еще и с конфетками. Ну, сюрприз за сюрпризом. Открываем чай и открываем конфетки. Вообще-то, Смартиз тебе, Ксюша. А теперь я не хочу. Нет, ты взял себе елочку, так нечестно, Макс. Так нечестно. Ты изначально... Макс, тут смотри, тут разные есть и Сникерс, и Баунти, и Твикс. Тогда открыть. А ну сейчас, если хочешь, открывай. Хочу. Сегодня какое число? 1 и 2, да, надо открыть? 1 и 2, да. Ну вот открывай 1 и 2, где там? Мама, смотри. Тебе что попалось? 2. А, коробочка смарт... А, ух ты. О, смотри. На. Мама, смотри.
И двоечка. Кушала свой корм, красавица? Нет? Скажи, это не то, да, что мне давали? Давай-давай, ешь. Нет, это не играть, а кушать. Её прям. Начали я открывать с единички. Ребята, мне не хватает сил, потому что у меня нету это самое. Так что мне придется вот здесь. Итак, конфетка шарик. Вот еще два. Теперь я буду только одни шарики доставать. Да, там разные вкусы. Ну, теперь я успокоилась. Мой безапы тоже. Теперь я уже спокойно открываю, по-другому. Давай. Я тик-так сделала уже. Вкусно пахнет. Там какие-то фрукты. Ой, там фрукты какие-то. Очень вкусно пахнет. Кто это? А, не кусай меня. Он меня чуть не укусил опять, Ксюша. Это кто так наелся у нас? Посмотрите. Когда я его хотела брать, он так бегал. Он какой-то стал вообще, брат. Агрессивный. Меня только что чуть опять не укусил. Не надо. Почему? Наел щеки себе. Все. Все, иди. Все? Наелся? Ладно, все, давайте. Выключаем телефоны, девочки, 10 часов. Ты кого хочешь ищешь? Мяу. Ты поела? Мяу. Сейчас покажу, что мы купили для дня рождения. Взяла вот такие вот две хлопушки. Тоже для украшения. Бумажные такие ленточки. Такие вот трубочки. Картонные, желто-зеленые. Это тоже для украшения. Они вешаются, не знаю, на потолок, либо вот туда вот за шторки цеплять, чтобы они так свисали красиво. Такие пружинки. Вот, ну это тарелки. Это уже видели с прошлого влога, когда мы это выбирали. Еще просто вот такие вот зеленые. Вот, стаканчики тоже с этой серии. И взяли вот такие вот зеленые стаканчики. Слази давай со стола. Здесь вот сиди. Так, дальше. Это я взяла такие фосфорные палочки. Не знаю, просто браслетики деткам давать. Посмотрим, что мы будем с этого делать. Салфетки тоже. Star Wars. Ну и простые белые тарелки. Вот, пластиковые ложечки. Одноразовые. Свечка. Так, почему только восьмерка? Где семерка? И шарики белые. Еще должны быть зеленые. Тоже куда они делись. Вот. Семерочка и восьмерочка. И вот такие вот зеленые шарики. Будут бело-зеленые. Так, и из сладостей я взяла пока что вот эти вот два пакета. Здесь по килограмму. Всякие разные там мармеладки. В общем, это для пиньяты я взяла. Вот этими конфетками я наполню пиньяту. Ну, еще, я так думаю, буду тоже докупать, потому что у нас там будут конкурсы. Куда полезла? У нас будут конкурсы, и чтобы победителям были какие-то призы. Ну, уйди, да что это такое? Тоже нужно докупить конфетки. Вот и все, пока что. Тортик мы уже заказали. На 15 человек. Двухэтажный торт будет. Ну, вот, который я показывала. Первый этаж это Макса и второй этаж Каролины. Осталось мне сделать пригласительные. Я надеюсь, сделаю я это завтра. Хотела вообще сегодня, но сегодня не успела. Сделаю завтра. Вот. И закончить пиньяту. Вот. Кстати, вчера я уснула в 10 часов, и я выспалась. И сегодня себя просто отлично чувствовала. Сегодня ложусь поздно и опять завтра буду засыпать целый день. Буду сонная ходить. Так что все. На сегодня буду влог заканчивать. Увидимся завтра. Всем пока. Ты зажралась, девочка. Все, иди вот кушай сухой корм. Все. Не хочешь? Ходи голодная. Нет, нету. Ладно, все. Всем пока.